жимолость раннего срока созревания, кустика около 7 лет. Название я не знаю сорта, но я решил размножить вот таким способом. Я взял баклажку, завел вот так вот одну из нижних веточек в прорезь. Так и прорезал здесь сбоку, завел, отсюда выпустил. Вот она так вот здесь у меня вышла. Это просто экспериментальный способ, решил попробовать. Придумал его не я, на просторах интернета, точнее ютуба. Увидел, что таким способом можно размножать ягодные кустарники, ну, любые растения. Вот. Посмотрим, что выйдет из этого эксперимента осенью.